Михаил Владимирович, добрый день. Руководитель информационного отдела местного отделения КПРФ Николаевска-на-Амуре Роман Зайцев. У нас такой вопрос. Николаевск-на-Амуре – это старейший город на Дальнем Востоке. Наш город видел многое, но то, что происходит сейчас, не имеет аналогов. Практически полгода в Николаевске и Николаевском районе нет ни одного хирурга. Этим нарушаются базовые конституционные права нижнеамурцев на медицинскую помощь в полном объеме, гарантированную нам Конституцией Российской Федерации. Мы, коммунисты, как и все жители города, задаем вам вопрос. Когда мы перестанем бояться за нас и наших детей? Когда в нашем городе снова будут хирурги, акушеры-гинекологи, врачи, которые будут достойно жить и работать в нашем славном городе. Спасибо.